Кто-то мне долетел, ребята, летим на Махтеридон ХМ-ку. Или сейчас добьем трэш, тогда засумоним. Ну пока летите. Вот там теряет, блядь, овца. Это кто-то писал. Ладно, народ, а кто может людей перекидывать в этом, в Дискорд? Вот, там есть в гостиной Сабира, там Space Face, там какой-то там, это, перекиньте этого человека, уже флудит, просит. А что, кому-то нужен же за сатору босса или нет? Этим магом почему? Ага. Да, засумоним всех. Боешь, на жезл лучше, чем этот. Кто еще танк? Чего? Ну, кому, какой боешь ты лучше? Ну, не боешь, а удачный. Не, ты что, гонишь? Крит хаст и еще сокет. Я говорю. Нет, с духом, блядь, это как зовут там. Урюк. Вот единственная разница в том, что дается 30 хосты от ОДшного и сокет. Все. Ну, сокет плюс 35 СПД. Такой сильный. Хорош, Влади, давайте тихо, блядь. Тишины, вот эта голова болит всю эту ночь. Типа, удачный жезл 60. Я говорю, ну, тут меня не слышно, да, я попросил уже вроде. Все, я понял. Так, кругляшок на водиконе, мифик, короче, будешь ромбик закрывать. А, луну будет закрывать. MVP Hunt. А, переставь, да, что происходит. Ворд флекс будешь закрывать. Квадрат. Умирайте пока. Поле делать. Квадрат. И давай ему кого. А он. Равист. Шелки. Равист. Равист котик. А, ты кон, да? Давай. Я котик. Давай. У там. Меня лапки. Эй, будешь закрывать. Я зеленую метку будешь закрывать. Так, с этими разобрались. Третья группа, короче, вы все закрываете.
лучи. А что с тобой не так? Почему? Ну, давай тогда, кто может еще закрыть метку? У мифика проблемы там какие-то. Давай Мегахан тогда будешь за место мифика закрывать. Вместо кого? Мегахан будет за место тебя. А чего, я могу им закрыть? А, МВП Хант попросил слаб. Я могу, какой скажешь, такой буду. Не вставайте, я сейчас рейс. МВП Хант, это что у нас, луна была? Давай, Мегахант, ты будешь луну закрывать. Ты же слышишь меня, Мегахант? У нас же все в Дискорд. А эти големы пропадут? А, все пропадут. Да, пропадет сейчас. Его поставить. Да не, отойду на минутку, Био. Да. Поле дремок там сюда. Ну что у нас? Хорюк, холидринг, клиндрен, да? И ушастик, да? Ушастик, давай ты туда на этом на трэше будешь. А, не, давай на трэше не ты будешь. На трэше. Лингрен на трэше будет. Лингрен на трэше будет. Он там стан даст. Ну, рарник там херять будешь, да, там шарить. Хурюк, давай тогда первый танчишь. Холи Дринг второй, шастик третий. Рыба есть, бафы давай. Бафов нет у паладинских. Сейчас он вернется. Аня, что ты танков распределял? Ага. Ты второй, хорюк первый, ты второй, друид третий. Окей, понял. Шотганутый. Равист, рарник, эйр, шоу не хватает. Так заходи. Его перекинуть надо. Да? Надо роли. Говорил. Роли на рейдер, да, надо ему дать роль, наверное. Я не умею перекинуть. По-моему, новичок надо. А, еще новичок, да, все, дал роль. Залит проб. Ага, все. О, на тебе каска есть. Кулак, то рарник раздает. Попроси у него точечный. Или давай я тебе... Кому? А, у тебя есть и кулак, вся херня у тебя есть. Мардаун. Последний отображенец. Все готовы. Погнали. Бить. Там касты тикают, главное, которые хилят, чтоб мы долго не били, это главное. Пожалуйста, с этим
Чаротворцев из Целителей Адского, из Цитадели Адского. А не Галеновым. Почему големы там вперед, чем целители этих чудотворцев умирают? Так не должно быть. Вон черепок стоит, его вылечит. О, бля, ДБМ забагался. Та же херня. Вот это вспышки. Стойте, предупреждайте. Ждите. Сейчас примерно секунду. Первый хорек, второй полидринг, третий ушастик. Примерно секунд через 10 будет уже босс активироваться. Примерно по бурстам смотрим. Так. Гер, давайте тоже с пула. Вот сейчас уже должен тебя где-то... Ну чуть-чуть. Вон, 5 секунд уже... World Flex пишет. Ага. Давайте Геру сразу теперь. Смотрите, пожалуйста, отключать Мартиридоны, чтобы у вас нет мана на месте оставалось. Силы там Гидон, другие инвалид. Затаунтесь кто-нибудь. Из танков. Танки забираете? Я забрал, после меня заберешь. Уже полидринг забрал, уже все дело. Вот теперь забираю полидринг, там таунт КД сейчас будет его пиздить. На нем тоже. У меня не КД. Все нормально. Забирай, забирай, забирай. Через 20 секунд будут эти лучи. Все же знают, да, когда нажимать? Нажимать надо после того, как он прокастует в портал луч. Так, потом ты холидрин, да? Да. Угу. 10 секунд осталось, да, лучей. 7 секунд. Уже все ушли, к лучам встали. А стражи. Стражи это... Вот эти фиолетовые, да? Хант. Найс. А, это скелеты, да? Давай, да. Скелеты вот этого филяем. А что нажать-то быть? Сложно, да, было? Здесь а кто не нажал, кто видел? Луна. Луна. А что ты не нажал, Луна? Он нажал потом, когда все отпустили. Ну, давай, смотри. Ты нажимаешь туда, вот босс кастует в ворота. Давай я встану. Вспышечку. Кто? Я. Медарк. Давай, я думал, ты не умеешь. Не, я умею все. Красавчик. Все, теперь ты Луна. Ты получаешь почетное звание Луна. Как раз темненький. С шансом закрывать луч. У нас только один дайстерию может давать. Ночь, паразиты, моя кровь принадлежит. Поставь бичам рыбку. Бичи еще не заработали на рыбку. Рыбу. Медведя рыбу. На рыбу в студию. Вон она стоит. Две рыбы. Правильно, царь должен есть отдельно.
От боярна. Мэтт Фокс, ты где? Ай, Мэтт Фокс. Мэтт Фокс. Все, все готовы, да? Бля. Хоть ДБ я мат отлагал. Ну да. Везде должны искать плюсы. Да, он тогда нормально работает. Просто что чуть-чуть подлагал. Думаю, мало. Ваша ж такой 40 тысяч ДПС. Такой на первом месте, блядь. И тут рарник просто влетает, наверное. Крылья откатились. Не, он их просто не нажимал, наверное, до этого. Чтобы не убили, да, наверное. Да, да, да. Просто 60. Я никогда с пула не нажимаю. Вон рыбу можете поесть. Остатки. Остатки, ну, то, что... Да хавайте хвост и голову. Бояры поели, теперь могут и собаки поесть, да, да. Очень самокритично. Семь секунд до пола. Три. Уже три, ну. Давай, Тимбера. Там те, кто метки сразу нашли, свою меточку рядышком стали, чтобы, ну, плюс-минус, чтобы ближе бежать было. Чтобы больше такого казуса не получилось. Поэтому Тиридона на монетку подключить. Десять секунд до лучей. Сначала он нажимает в портал каст. Как каст заканчивается, вы нажимаете на кубики. Одна секунда. Вот каст закончился, нажали на кубы. Все? Можете отпускать, да. Сейчас череп поставил, череп под босса, убиваем череп. Все играют по черепу, рарник его теряет. РДД там в какого-нибудь там в пачке играете. Поставил еще один череп, череп под босса, его убиваем. От этих хуевин отходим. Забери, забери, брюк. Мы стан даем ему. Давайте РДД, еще один череп ставим. А, прикол. Здесь тоже что ли, блядь, с дебафами намудрили? Не знаю. Замените луну. Но... Да, у меня 34, а до коста 27. Давай это кто-нибудь. Вот там он постоит, я стою здесь уже. Самое ответственное. Прикольно. В обычке такая же залупа, кстати. Вообще нет такой проблемы. Все убили, хорошо пройдет.
9 секунд, короче, до вспышки. Вспышка сейчас. Ага, нажали. Бесов собираем и убиваем. Все, можете отпускать. Что, будем стопать? Сейчас перейдет. Не будем стопать. Просто собирай. Один танк собирает бесов. Все, мало, их там 4 уже. Пошла ну, фаза. Чуть-чуть побольше. Блядь, видели, он упал. Веди. Все, танк собирает, просто соберешь и пачку подведешь под босса туда. Остальные все к двери бежим. Зачем вы морозить? Отдаунт индер за эти, пожалуйста. Все, да, не надо их морозить, их надо просто станет. Че за хуйня? О, правда. Леха, подведи ближе. Типа, а че за хуйня была? Как я так вообще контроль. Умер? У меня лагануло, блядь, и я умер, но. Ладно, плохо. Держи каску. Дайте там баф какой-нибудь. Ну все, просто меняйте. Бери хрюк, забери. Можете из огня выходить. Можно, но чтобы лишний урон не летал. Хрюк убил. Хрюк каким танчил? Хрюк, ты после ушатастика забирай, Лёха. Поднять Хрюка? Вадикон, да, кинь бы я Хрюком. Сразу ему пристабав каску. Крит на хп, надо крить, да, Лара? Бидона поставь, пожалуйста, там на ману. Где-то только. Им дал. Снова поставил. Что там потом на ману, там у нас маны не хватает. Ну все, все. А, мы вообще в 4 хила хуярим, да, пожалуй? Я думал, Сибири, это хил сейчас смотрю, думаю, а где у него мана, почему у него нет маны? А у него ее вообще нет просто. Ярость. Там их нет. Соответственно, надо поставить. Да и Славе пусть занимается шмотом там. Ну да. И поставьте порт шаттер. Опа, на хила тренька. У меня такая нет. Маги, поставьте, пожалуйста, шатрат. Доливать, пока сумку не вручили. Жезл не упал, да? Не, там посох, две печеньки, спина на ретрика. И это, тринька на хила. А, новенькие, у нас, если чё, весь шмот по ЕПГП. Качать можете аддоны в этом. Либо прыгайте, либо я сам запрыгну сейчас уже. Хуя угроза. Натори, ты в Дискорде вкладка аддоны, там есть ЕПГП. Ну а чё вы булки трёте возле них? Не знаю, я уже... Лого. А что там мне потом в конце рейда печенька полагается на мага, нет? Ага. Ну это свой дом уже разговариваешь. С тебя, кстати, ДСик за целка. Какой ДСик? Один ДСик. Скажи, какой целка? Какой целка, ну вообще, только зашел в игру.
А то ты постоянно буешки лутаешь, там ДС и все. Да, там... И мы потом это не ролим. Вообще красава устроился. Но... Так я ж сразу пишу один анрол и ДС. Так ты это для кого пишешь-то? Для пугов? Я что, пуг? Для себя, любимого. ДС жду вообще. Тем более, один ДС-то не много. Саня, скажи, обещанного 3 года ждут. Ну, типа того, ладно. Один тебе ДС, да? Э, чё я, блядь, на этого, на Махтеридон опять прилетел? Ну, читай. Ты на второй КД? Да-да-да. На второй заход. А сейчас не знаю, посмотрим, что нам там. Я просто потихоньку ДСики собираю, покупаю. Ну, поэтому... на круле нам надо. А зачем тебе ДСики? Что, а, знаете? Да. А, так ты еще не выбил ничего. Ну да, но у меня приор нормально уже. Ну как выбьешь, я тебе дам ДСик. Не, да. Сегодня мне даже. Так. Ну он хотел с руки просто бить кому-то посохом по голове. Посмотри, там нам надо будет держать одного, второго, ну, три, четыре, да. Ну, получается, да, Хурёк? Так и получается. Что тебе в танке надо будет быть. Скачал ЕПГП, ставишь, и зайди вкладка аддона в главном меню, поставь галочку «Устаревшие модификации». Снимайте, пожалуйста. Сможешь видеть разрол шмота. Мифик, сумоним всех. Таким же ставили портал шатра. Я вот лично взял, выбежал с инсты, долетел и пофиг. А им красавчик. А я по грибам бегаю в этой, в загротопе. Тут есть большой гриб, короче. Вот я на нем. А что вы там делаете? Под грибами. А? Немножечко. Ну, я чисто по грибам сегодня. Но... Под грибами ходит. Там что, ты шаришь за грибы? Не, я грибы не знаю. Ты только... Он только по траве. Только по траве, да? Да я уже сколько лет не курил. Я вот пью молоко. Молоко нравится. Хмельное, да? Это молоко, это тема. Коровье молоко, поняли? Не а козье пьешь? Блин, ну ни разу в жизни, если честно. А быка? Ебать как народу. Но... Бычье молоко самое полезное, говорят. 25 человек. Ой, уже бить начинает. Ну. Все, пойдем трэш бить уже. Нам уже почти все тут. Ну, не почти. Знаю, не знаю, зачем люди подтверждают готовность, если они еще не в инсте, но... Давайте. Ну так, ты говори, чек на что. Ну, я думал на присутствие. Аналогично. Давайте этого жреца ёбнем сначала. А то они хилят. И косты ему кикать еще. Второго. Ладно, увидите, пока пойду. Смотрю. Так. Кто у нас пятый хил? У нас нету пятого хила.
Так. Мэтт Фокс. Ну давай, Мэтт Фокс, больше пятый хил. У меня рекорд 10. Охуеть вообще. Я чуть сознание не потерял. Завтра. Там после пятого уже ебало ломается, легкие сводят, бля. Ну, это смотря от чего, если в нос завтра, что-то попало конкретно. Завтра друзьям расскажу, что я знаю людей, которые 10 раз подряд чихают. Так, книги для Карлю Гиннесса вам еще далеко, ребят. Так. Где-то там же, около ветки. Ты... Объясни тактику. Не, я про это, про перец там, допустим. Ну, какое-нибудь инородное тело, блин. Короче, смотрите. Смотрите. Хурюк, короче, ты будешь танковать Олма вот тут, в ромбике. Он в тебя там будет кастовать, короче, хуйню, стаки на тебя вешает. Посмотришь на себе, на скольке она обновляется. Там скидывает там каждые, по-моему, 3-5 стаков, что ли, не помню точно. Ну, главное просто скидывать. Зеленку нажимаешь, скинул, потом опять нажал, скинул. Если совсем хуёво, просишь, чтобы тебя какой-нибудь милишник просто босса переагрил, и в него один касс пролетит, с тебя стаки скинемся. Да, так, если что, я смогу забрать с него. Ну, или просто там нажать, я говорю. Потом, кто у нас? Лингрен, танчишь от этого кроша. Медведь, ты, короче, танчишь Кеглера. И короля вместе, вдвоем. Я слепоглаза, да? Да, Holy Drink слепоглаза, но... Мне под закрытие надо кто-то, чтобы козлил. Так, ну, хаст Седжу. Седжу у нас будет отвечать за касты. Если что, Балфест тоже, смотри, там поможешь за магией. Какие касты? На слепоглазе будешь касты кикать. На слепоглазе под закрытие будет длинный каст, вот его надо сбить. Там, нет, как на слепоглазе называется? Будет молитва исцеления каст называться, вот этот каст постоянно стоишь и кикаешь. И вон этот... можете Белфаста поставить, он на ренже собьет. Да там можно и миличникам, разницы нет. Главное, не когда он активен, его не будет. Ну, Белфаст, короче, не сложит. Просто то стоишь, то все я равно... Я с самого покажу. Начала на слепоглазе, да? Да. Не, когда он не активен, можешь чилить, в принципе. Вот так. Но я Олма все добью. Может, был фаст там маги сбивать там. Короче. У нас просто нету танка, который будет стоять и сбивать ему косты. Все. Не обсуждается, но, короче. Войд пишет он. Не будешь так делать. Был фаст на молитве всегда. Седжи все равно будет АФК стоять. Давай только когда он будет активен, Белфаст будет косты пикать. Один хуй. Белфаст пусть бьет людей, блядь, этих. Который, короче, нифиг, ты этот, он из тебя повешаешь этот. Так я тебя, короче, все знаете. Че там по сейвам этим, по этим, кто они, по мане, кто у нас там, Мардаун, Бидон, да? Бидон, если тотем будешь нажимать, то давай какой-нибудь там ШП пускай. Миддарк он закинет вместе с тобой тотем. Не-не, пусть он лучше Миддарк дамажит, я закину первый. Мардаунт? Ну, конечно. Ну, давайте, короче, там группируйте. Ну, и инеров у нас дохуя, поэтому кто там, Керус, Равист, Вадикон, Сибири, инеры закидывайте по тем, кто... Давай так, короче. Ну, по тем, у кого меньше всего маны. Вы же видите, да, там, у кого сколько маны? Чтобы нет. Так. Ну потом уже посмотрим. Давай сначала убьем, потом уже будем. Молитва исцеления, да? Да, молитва исцеления. Она просто уехала, килит, хилит и захиливает. Миликам скажи, что они бьют только Улма. Ну и Кеглера кто умеет. Милики у нас вроде все знают. Да? У нас милики никто. А, вот у нас только Сибири и Милик, который, возможно, не знает. А, ты, короче, бьешь. Пока, короче, я не скажу тебе бить, ты не бьешь. Миличники, вот у нас мы бьем только Олма, когда он активен, и бьем все, и больше ты никого не бьешь.
Так, все, а вот все. У меня вопрос, ну, Белфаст, я в носке по глазу, да, сижу постоянно? Да, просто кикни ему этот каст, называется молитва исцеления, если Седжи не сможет. И он, когда будет у него, короче, перифаза, там надо будет тебе сбить ему каст, длинный, долгий каст. Вот сейчас Олм активен, все абсолютно дали Геру, короче, все нажали свои бурсты, просто ебением Олма на все бабки. Проклятие. Только за угроз, смотри. Маги, друиды, мы диспелим всякую, ну, гадость, которая на нас висит. Молитва исцеления. Собаку можно из рейда? Собаку из рейда, да, там танк кто-нибудь на себя его тыкнет. Боже, ну вы еще дальше отходите, конечно. На ком собака, подойдите к Олму. Пожалуйста, не входите, друг. Керус умер. 17 секунд у нас еще есть. Там проклятие висит. Декурсите, да. Да курсить обязательно, маги там смотрят. Я посмотрю потом, кто не докурится. Все, стопнули урон по нему, ждем другого босса. Стопнули урон, все, стопнули. Олм опять добиваем его. О, ДК сразу заберет этого, который сбивает костыль. Да. Все, ДК может слепоглаза забирать и косты ему тикать там, чтобы не это. Ну или просто стоять вместе бить, короче, тикать косты. Давай, наверное, Керуса риснем, чтобы он Инна разоливал. Что, я могу его побить, да? А, все, Керуса уже риснули, да? Кто риснул Керуса? Не вижу. Рэвиз, да, все понял. Рэвиз. Сейчас, короче, ждем, никого не бьем, Проки откатится у вас. Как будет. А можно вот короля забрать? Если не сможешь сбить каст, проанонси, если сможешь. Так. Ну, Лиз, забирай тогда слепоглаза, я пойду у короля заберу. А, да, Халид. Давай, так, да. Слепоглаз. Активен, давайте. РДД бьют слепоглаза, милишники к слепоглазу не подходят. У Шатастик я короля заберу. Угу, давай. Там этот Invisible там подкидывает там эти проклятия дотки, чтобы эти шипешники могли дамажить нормально. По-человечески. Так, ну по мане вроде все нормально. Войтка может там подойти, побить кого-нибудь там. Кроша, например, пока он не активен, чтобы ману порезать. Ля может побить, я как раз на нем печать. Так. Все, стопаем урон после по глазу, стопали урон после по глазу. Сейчас, смотрите, будет каст длинный, или уже кончился, да? Уже был, сбили. А, уже был, уже сбили, да? Все, красавцы, блин. Сами все знаете. А кто... А, так, у нас Киглера, короче, босс не увидел. Киглера маленько там из-за пенька выведет, чтобы он это... Киглера... Он меня закидывает, так козел будет. Ну да, понятно. Ну, ты как бы так стой, чтобы, короче, его в видимости был. А, у нас липоглаз, что ли, активировался? Да. А чё, блядь, у меня нихуя не написал. Я думал, что у нас просто это холостая фаза. Да. Не, такая же херня не показала. То же самое. ДПМ что-то. Ну, немного лагает, да? Нормально, ну, чё. Подлагивает. Да. Скрошу, не, сам ДБМ я имею в виду. Че там по мане? Там давали уже тотем там. О, Киглина, выведи. Там просто мордаун, там фокса маны нету, нихуя. Давай, бетон ставьте там. Киглер активен, да, давай. Милишники, ну, кто бьет, аккуратнее побейте, чтобы по щам не получить. Ну видишь, чтобы по щам не получить, говорю, то есть отбегайте. Там вы много урона не несете, просто тыкайте ее. Молния. Главное,
Тогда, сука, как он меня заебал уже. Вовремя не бафы включают, блядь, пиздец. За баф. А, он баф включится, зов приключений через 15 минут. Аккуратно там крутит, вертит, пизды дает. Короче, не трогайте его. Крош. Крош. Хорошо, бьем. Не бейте киглера, стопайте урон. Говорю, крутить начал, все, стопнули урон. Агрожу, блядь. Он когда они. Мелики и кроша не бьют. Мелики не бьют, да, действительно. Я забыл. Получаем физический урон снижен на 80% просто. Че у нас стоп? О. Похитил рейда. Так, он эти кастует бомбы, вы с бомбочками. Смотрите свои дебафы. То есть выбегаете из рейда, когда на вас бомбочка. Вы там рейд бьете и сами получаете. Сейчас надо будет дать не зыбку, наверное, хурюк дашь не зыбку. А, давай, наверное, меддарк скастуешь гимн на хп, когда скажу. Чтобы проще было им захилить. Давай не зыбку, гимн на хп кастуй. Не зыбку, гимн на хп. Ага. Почему нет, блин, нихуя не Киглер. Киглер активен. Киглер бьем. Добиваем, точнее. Сэджера есть. Жадность, она такая. Я контролирую все. Я ложный прожигаю. Но у меня ложный это талант. Так что пофиг. Ложный талант. Угу. А, ну. я бурсты прожал и пошел крошу бить, который еще не активен. Ну, честно. Хорошая идея. Хорошая идея. Как вовремя бурсты проебать, да? Ну, кому похуй вообще. Там есть кому бить. Вообще пойти чаем налить все что. После можно сходить с этих ТТГ. Танчишь, говорит, ты это говоришь. Лога, тут у половины, наверное, будет КД на ТТГ. На ДКшнике танчишь, говоришь, Рога, напомни мне, я пойду с чаем налить. Да, прикольно, наверное. Можно и ВК-25, если хотите. Ну, в натуре можно сходить. Ну да, за челепом и за этой утешением. Кому-нибудь да нужен он будет все равно. Че там за это? Я не буду танчить туда, где я не буду танчить. Че случилось? Череп ссылка лучше, чем выбор. Можно второй ГМХМ, если народ будет. Да, ага. Там, ага, давай сейвы, давайте там Сокров, гимн на ХП скастуем. Дал Сокров. Shadow of Night. Там и так вместе с этой гимна. Там по мане просели. Бидон, друид, инвалид, медфокс, мордаун. Да, сейчас там откатится 20 секунд до инвера. Чуть-чуть. Там гимн. У меня есть синер, кому дать? Давай по бидону закинь. И это... Так. По бидону. В мордаунда заливать не надо, мне так. Нет, хорошо. Там меддарк, что, если у вас гимн на ману есть, сделайте там ману, чтобы мана была у друида с крестом, вот, с постава. Шаман, может, тотем закинуть, если откатился. Кто именно? Седж, Рога. Там милишники, урон по боссу, стопните. 15к. 15к. 17. 15 с половиной, кстати, почему-то. Ну, по ДБМу. Ой, по этому. Рекаунту. Details. Веста сколько? Интересно. Ну, сейчас 16.
О, тут хотите дамажить-то вообще. Вы так и не решили, да, что точнее, details или recount? Details. То есть там прям до мельчайших, да? До мельчайших, аддон, действительно. Керус, это совпадение или случайность? Тупость. Случайно. Да? Там не просили его, походу, да, этот Крош кастовал свою огненную поеботу. Скада один в один почти как, блядь, details. Да не замеряет. Да, там плюс-минус разница небольшая. Все, я теперь буду говорить это везде просто. Не пулим. Пусть шмот разрулит. Я сотку случайно нажал. Рёк, не надо. Ну, Сабира, если тебе нужна шмотка прям очень сильная, жмёшь шотку. Шотку. Да. Погоди, короче, это, Женя. Там такая штука есть. Аддон, ЕПГП. Ты сейчас просто не видишь ни шмотки, ничего. Тебе надо зайти, а видишь, да? Ну, у тебя выскакивает. Ну, тогда смотри, 100, потом 50 и 10. Потом дальше идет, короче, там, ну, короче, дальше на херня. А самое последнее, это отказ. Если тебе надо печенька, жмешь 100%. И потом, вот видишь, в чате, ЕП, ГП, плюс 200 ГП, печенька. А вот видишь, 10, это за 10%. Да, ну там нужно еще прописать консольную команду слэш EPGP, ну по-английски, и высветится табличка с твоим EP и твоим GP, и ты можешь глянуть, хоть ты в приоритете находишься. Нулевой привор сейчас. Кто будет анонсить? Все, раздали шмот? А вроде как. Побежали. А. Подождите, у нас World Flex нет. Самый. А я, кстати, не знаю почему, но типа... Да я уже добежал. При аддоне про этом, ну, когда включен ЕПГП, как устаревший аддон, он у меня пиздец как лагает. Что делать мне? Прям вот фрезы жесткие. Из-за него вряд ли у тебя может лагать. Именно конкретно из-за него. Не. Я скачал ЕПГП, все сделал. То есть, ну, я все вижу. Но когда я пишу слэш ЕПГП, он у меня не включен, как бы. Как устаревшая аддон считается. Но галочку надо поставить устаревшие модификации. Вот. Я когда ставлю эту галочку, у меня все лохает. Так, короче, это... Холи, ну, спало мало, ну, пал... Спало агро сорвут, да, если пал будет танчить босса? Ну да, сорвут. Да. Сорвут, да? Без наполов, да. А ушастик друид, что там с него сорвут? Если с любого можно на пол срывать вообще прям на изи. Ну, самый нормальный это ДК, потом друид. У друида критов много просто. А крит это повышение агро. Короче, давай. Друид, ты танчил этого босса, нет? Нет. А Хрюха, ты танчил этого босса? Да. Танчил, да? Блять, я сделал все, что мог. Там трех на пулах не хватит, что ли? До меня не достал. Пинц, пожалуйста, меня. Рез. Рыба на входе стоит. В Сибири ты здесь был хоть раз, нет? Спасибо. Я был, да. Бейбейс. Давай поставим его руки закрывать, а кто-нибудь побегает от нас из инженера. Я могу Сибири, побегать. У тебя есть танка спек? Есть, да? Спек, если танк. Ладно, пока там суть до дела, пока там то все.
Ушастик. Флекс, поставь столик пока. Если мне надо кого-то, блядь. Вроде Кван, нафиг. Прист. Хант. А некого больше. Ушастик под боссом будет. Нету больше милишников, чтобы поставить на руки. Будет один танк, который будет руки закрывать. Остальные все будет... Вадикона. Я могу с кем-нибудь позакрывать руку под ногой. Давай тогда Вадикон под морду, а Сибири и Ушастик вы в двух танках будете еще и закрывать руки. Здесь, да? Смотри, вот здесь за боссом появляются руки. Я Сибири, закрывал. Тебя касаются. Вот смотри, вы с друидом, вот смотри, Навара, да, то есть тут на себя череп поставил. Вы с друидом закрываете максимальные дальние, да, то есть, ну, соответственно, если дальних нет, то вы закрываете любую, то есть ваша задача закрыть две руки. Если руки сильно далеко под боссом, вы отсюда не бежите туда под босса, потому что, ну, вы просто не успеете. Соответственно, вы где-то стоите в полупозиции. Встать в меточку. Я не могу, короче, туда подойти. И поставлю, короче, вот Луну, да, в районе Луны закрывает у нас Сибири, в районе зеленой метки закрывает у нас Ушастик. Соответственно, даже маленько переставлю их вот так, чуть ближе, да, сюда, что, ну, примерно так вот плюс-минус, смотрите, это вот ваша территория. Соответственно, ты зеленая, да, и все, что вокруг нее, да, то есть можешь даже вот доходя до сюда, вот ты, получается, от зеленой до квадрата, да, вот будет, назовем вот этот квадрат, до квадрата ты вот смотри, это у нас кто там, Ушастик, да, а Сибири, ты там в Луне, я Луну отменил начально, там вот где-то в районе Луны, с Луны до зеленой метки, вот примерно смотрите, там вот где с той стороны будут, там вот видите, печка, короче, сейчас туда поставлю желтую метку, вон там в желтой метке, там будет огонь разливаться на половину комнаты. Там практически весь бой будет лежать огонь, только какое-то время его не будет. Там будут закрывать у нас, ну, маги, там, Warflex, то есть там, смотрите. Два ШП приста, вы, короче, стоите под боссом. Вот босс будет стоять, ну, посмотрите, где будет стоять босс, вы видите жопу босса. Вы стоите под жопой босса, но не заходите под ебало и закрываете руки, которые будут под жопой босса. Вот они появляются там в районе... босса, да, рядышком, то есть под ебало не забегаете, соответственно, те, кто 10 человек первой и второй пати, вы тоже не наступаете, это 2 ШП, вы закрываете то, что под боссом. Ну и вот здесь вот в квадрате будут появляться руки, там уже смотрите, тут есть 2 ханта, Белфест, Мифик, то есть это вот уже ваша метка, квадрат и все, что рядом с ним. Ну, я думаю, короче, я не буду на руки отвлекаться, это ваша задача, вы их сами закрываете. Не закрыли руку, вайп, то прям 100%. Другому не получится. Давайте готовность. Так, Лингрен в ДД. Ой, блин, этот. Холидринг в ДД, Лингрен у второго танка. Да, вдвоем будете там крив делить. То, что раз делаем. Хрюком-то, да? Да, хрюк, Лингрен, все вдвоем. А Костя правильно, не забудь снять. Все вроде, да, все объяснил. Не, она сама отрубилась легко. Угу. Вайпер, а ты его не включал просто. Рарно. Не, сейчас же сдохли, поэтому. Машет. Гол. Сейчас дайте отпиться, а? Полидренка. А рыба два нет. Там же сначала адский будет. Да, сразу. Рыба была, нет? Была. Ну ладно, я бы поел, не страшно. Так, первая, вторая группа, мы подъебалом. То есть сейчас два танка стоят под лицом, а говорят, босса, вы стоите за спиной босса, бьете его, но подъебало не заходит. Ты назначил, кто анонсит эти заходы? Ну, я по анонсу. А, окей. Давай, отчет даю, погнали. Баф повесили. А, урон увеличится. Угу. И хпшка, и хил. Ера!
Гера, давайте, а, сейчас будет адски. Под правой ноги уйдите. Пошли под ебалами еще. Бля, какая большая хантовская метка. Ну, бля, все загораживает, а. Печка. Сейчас печка сейчас будет, все за спину ушли, милишники за спину ушли. Два Тру, танка. Тру, ну ты чё? Два танка там только осталось. Все, рука, да, взорвалась? Да. Я не успел в нее. Бэрки. Тебе же сказали туда Мэтт Фокс, в сторону смотреть. Бэр. Под морду у Мелики. Подъебало, заебали. Мэтт Фокс Мордаунта Бэр и Белфаст там Мордаунт. Ой. Это кто еще? Сибирия, Берри, все, встали, да, все, заебись. Сахара, да, у нас есть. Там в квадратике, еще один, не кто слава. Там, луна, приди, приз, ебать тес. Какой квадратик? Не флуди, те, пожалуйста, блядь. Подожди, печка 5 печка секунд. Печка 5 секунд. Сейчас, убежали за спину уже, короче, будет сокрушающе ловить вас. Мордаун-то подымут или нет? Вот сейчас адский удар. Еще адский будет, сейчас ждем. Все, пошли под ебал. Если что, квадратик подмените, у меня этот баф. Так, через 6 секунд печка. Уходим сейчас, уходим за спину. Уходим за спину. Сейчас будет сокрушающе. И печка. Адский. Ад. Сейчас еще печка обожгет, по-моему, еще, да, будет 11. Все, все уже. Не-не-не, подъебало, да, забежали. На квадратик и треугольник там подмените тоже. А чё мордаунт лежит? Я не знаю, я попросил бэрнуть его, у нас еще бэров. Три штуки нахуй села, блядь, мордаунт лежит. То ушастик, бэр не мордаунта. Тяп. Бэр. Сейчас, короче, можно третий ждать. Да-да, я ждам, стою. Надо печка, три секунды. Ждём, подожди, ждём. Секунду. Сейчас ошеломляющий, потом подожди, выходим. Да, да, вот сейчас будет ошеломляющий. И сразу убегаем. Сразу за спину пошли, все лишние прошли. Чё не обжёг? Под ногой. Закройте. Да, блин. Адский. Рулевее от босса, смотри. Под лицо забежали. Он где ближе к звездочке, смотри тоже. Мага, подмените кто-то, у него ж там баф. Че? 8. Сейчас, все, за спину ушли. За спину уходим уже, не успеем там все равно. Окей. Сейчас будет адски. Подъебало. Все, подъебало, обратно вернулись все. Так, Word Flex, у кого? У Кероса БР, если есть, БР Word Flex. Таня, а что ты не говоришь? Мордаун, как дела? Это не моя фраза, да? Меня сбрило, потому что я побежал руки закрывать и не добежал. Все, потом расскажешь сейчас.
Печка 5 так, секунд. Сейчас подожди. Стоим, ждем, да, эту печку стоим, ждем. Там еще дебаф висит как раз примерно секунд. Да, она пока обожжется, пока вот все. Дайте Геру шаману. За спину уходим, за спину. Дайте Геру шаману для тех, кто падал. Какой-нибудь сейф нужен будет. Сакро, все, да. Давайте сейчас еще есть, потому что это последнее, дальше уже. Акскиши. Сакро дал. Подъебало. Все, подъебало быстро, да. Все, ГЦ убили. Кружка не упала. Руки зависли. Руки висят, смотрите. Выставились. Это аплодисменты. Да, точняк. Типа с первого раза? Да. Ладно, все, поставьте из мага кто-нибудь порт, там, Даларан, пожалуйста. Все, куда идем? Войд всех перехилил. Да? А, это он специально, я вам говорю, это он специально все подстроил, я вам говорю. Это он, ага, думает, так, эти два чудика могут, короче, танчить, этот может релить, говорит, а я, короче, похиляю пока. Это все, я рассекретил. Ладно, хули он на колесах. Пусть выздоравливает. Это все отмазки, пацаны, это тактика такая, понимаете? Ну, ты же говорил это сейчас, как его, ТТГ? На ТТГ мы не соберем рейд. Я вам сразу говорю. Тут у половины КД из этого состава. Мне нет. Вы сейчас просто не соберете рейд. Вторая половина там ни разу не были. Вторая, да, и это будет. На собаке особенно это будет просто. Десятку хаев. ТТГ могу, у меня есть КД, где уже этот пожиратель магии убитый. Но сейчас можно просто 25-ку какую-нибудь загонять тоже. А мы же на этом КД не ходили в ТТГ, да? Нет. В одно ходили, на ТТГ 25-ку. Нет, мы вообще не ходили в ТТГ на этой неделе. 25-ку мы ходили. Ходили? Ходили? Да, потом, мы да. В четверг ходили. Второй ТТГ завтра должно быть. Мы просто ЦЛК махом закрыли за 2 часа. Uh-huh. А куда поливали? А в РСК это... были тоже уже? Никому ЕП не надо, да? Ты, Барбарат, ты не понимаешь. Я говорю, в РСК были РС-25? Можно РСК 25. ХМ? Ага, ХМ. Погнали в РСК. Ну пойдем в РСК, похуй. Пойдемте в Сидиану Стич, закроем на 25, плюс 3. Не хочу. ОС? Да.